складний повний привод із нерозрізними мостами та пониженим рядом передач, сьогодні поступається місцем дешевшим та універсальнішим системам. Звичайно, відома у колах справжніх джиперів, завдяки чесному повному приводу, Grand Vitara вміє на офроуді більше, ніж нова Vitara. Але останнє орієнтовано на іншу аудиторію. Тож як реалізовано концепцію повного привода у Vitara S? Реалізован з технічної точки зору, точно так же, в принципі, як у більшості інших автомобілів. Це многодисковая управляемая муфта, электронно управляемая муфта. Но, безусловно, основные ее характеристики предопределяются программой, которая дает, собственно говоря, сигналы муфте, когда включаться, в какой именно момент надо усилие на заднем мостке. Что касается этого, то здесь Suzuki, как любая японская корпорация, она находится на передовых позициях и использует весьма современные технологии, несмотря на относительно недорогой ценовой сегмент. Что касается именно самой программы. Во многих автомобилях конкурентов это реализовано просто как наличие полного привода. Существует одна программа, которая на все случаи жизни. В данном случае Suzuki пошли дальше, и они сделали целых 4 программы. То есть водитель в любой момент движения своего либо остановки, он может выбирать любую из этих программ, которая соответствует данным условиям движения. Безусловно, здесь должен быть определенный симбиоз между автомобилем и водителем. Почему? Потому что автомобиль все-таки это компьютер. Компьютер не в состоянии определить, насколько изменились погодные условия либо состояние дорожного покрытия. И это то, что ему задает как раз именно водитель, потому что он в состоянии это понять и задать определенные условия. В данном случае в системе All Grip реализовано 4 режима. Режим авто – это режим для общего движения по дорогам общего пользования, когда погода, собственно говоря, не предоставляет никаких сюрпризов водителю и не мешает ему в вождении. То есть это, можно сказать, лето, осень, когда нету каких-то осадков и в целом, скажем так, водитель чувствует себя расслабленно. Это спорт-режим. По сравнению с авторежимом, в спорт-режиме крутящий момент передается на заднюю ось превентивно. Что это означает? То есть он передается туда, где в следующую секунду он понадобится. Если в авторежиме пробуксовка колес дает сигнал на передачу крутящего момента назад, то есть полный привод борется с последствиями, то в данном смысле он пытается их предугадать и не допустить развития какой-либо нештатной ситуации. То же самое происходит в режиме снег, который также присутствует в системе All Grip. То есть из самого названия понятно, что эта система используется, когда у вас весьма лимитировано сцепление с дорожным покрытием, когда весьма тяжелые условия, то есть в основном, безусловно, используется это зимой. Есть еще режим Lock. Опять же, из самого названия понятно, что это режим, который на скорости до 60 км в час блокирует электронную муфту, а именно изначально передает крутящий момент назад. И таким образом помогает вам выбраться из какой-либо нештатной ситуации, как то сугроб, песок, либо же другая нештатная ситуация. В основном это происходит на бездорожье. Именно поэтому работа этого режима она ограничена скоростным лимитом 60 км в час. А наступного разу ми дізнаємося, як вдалося досягти Вітарі такої малої маси і що це дає.